Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Покажу вам цены сейчас на картины в Америке. Вот эта картина стоит $1000. А вот этот велосипедист стоит тоже $1000. А вот этот парень стоит уже... Это принц. О. Точно, не узнал сразу. $2000. Художник один и тот же. В чем разница, не пойму, почему 2000 стоят принцы, 1000 велосипедист. Что еще здесь есть? А здесь 2280. По какому принципу эта цена складывалась, тоже не понимаю. И опять $2000. Так что, если кто-то из зрителей художник, вот где вам надо реализовывать свои таланты. В Соединенных Штатах. Я пытался делать такой проект пару лет назад, но, к сожалению, так и не нашел менеджера, который бы занялся художниками, чтобы помогать им выходить на американский рынок. Большая проблема с персоналом, с художниками. Проблем нет, но человека найти толкового проблема.